11 единиц пожарной техники, бригада скорой помощи и 5 машин службы спасения выстроились на площадке у Симферопольского шоссе. С самого утра по сигналу тревоги подняты все службы города-курорта. Командно-штабная тренировка проводится по указанию правительства Российской Федерации. Ее масштабность заключается в том, что участвуют в ней сразу несколько субъектов страны. Это Южный региональный центр, Северо-Кавказский регион и Республика Крым. Для всех спасателей одна задача – обеспечить безопасность населения от наводнений и техногенных катастроф. По результатам учений все службы спасения Анапы уже сегодня готовы защитить своих жителей на 100%. В состав его входит гарнизон пожарной охраны и силы и средства муниципальной службы спасения «Кубань-Спас». В данный момент все силы и средства приведены в готовность, находятся на строевом смотре. Общая численность состава, который сейчас привлекается, превышает 70 человек, плюс органы управления. Командование тренировками ведутся посредством видеоконференц-связи. Осуществляет их Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю и Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России.